Да не все равно нужно вам брать. Вы сейчас едете, да? Да, да, сейчас уедем. А. Серега, друзья пришли. Сова! Открывай! Медведь пришел! А мы вроде же закрыли движение. Нет. А уже. Ну, у нас первый раз вижу. Мы должны уже здесь. Молодцы, ребята, давайте. Уважаемые. Молодцы. Вы бы ходили, наклеивали бы на администрации свои наклейки, потому что они не строят парковочные места. Ну это же нужно водителя понимать. Ну вот, а что вы не ходите на администрацию наклейки? Было бы полезно. А какое у вас есть право парковать машину в неположенном месте? А вы кто? Я человек. Да. Здесь машины ездят, здесь автобусы должны ездить, а не вы. Но здесь нельзя машины ставить. Больше всех надо борьбы за справедливость или что? Апельсин через плечо. Для стоянки, всем хватает мест, что ли? Это автобусная полоса. Ты чё? И камеру убери, я тебя запихаю, ты чё? Эти бумажки, прикинь. Нам респект, молодцы. Я денег дам за наклейку, серьезно. Клей сюда, она мне... Мама, она нужна? Да, мне нужна. Здесь нельзя парковать в автомобиле. Автобус, я ожидать тоже нельзя. Приезжайте. Все, спасибо вам. Вот мальчик, вы же каждый день как клеить. Ну, у вас наклейки хватит. Если наклеек дадите. Кстати, ваша машинка припаркована. А, да. Можете, пожалуйста, ее убрать? Это проект СтопХам беспокоит вас. Кто? СтопХам. Ой, я накрашенная в парикмахерской сижу. Только накрасили меня. А через сколько примерно вы выйдете? Мальчики, ну вот сколько там? На минут 30. 30? Да, я ж не буду с накрашенной головой. Ну, понимаем. Ну, ватненько тогда. Там такая узкость была, что мы не пробились вообще на стоянку. Ну, у меня уже время... Ну, хорошо тогда, как только выйдите, сразу уезжайте, хорошо? Хорошо, хорошо. Спасибо. Хорошо, спасибо за понимание. Сегодня хотелось бы обратиться именно к вам, Елисеев Евгений Александрович. Вы считаете, что такое поведение взрослого мужчины достойно уважения? Или, может быть, вы считаете, что ударить человека, который в два раза меньше вас по возрасту и комплекции, это мужской поступок? Вы живете не только не по совести, но еще и не по закону. Наш вам дружеский совет. Рассчитайтесь за свои долги перед государством. И начните, в конце концов, вести себя в обществе по-человечески. И, может быть, тогда... С вашего автомобиля снимут не только все запреты и ограничения, но и у людей вернется к вам уважение. Удачи вам!